исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, назвал ориентировочные сроки передачи Украине танков «Леопард-1» в рамках визита на немецкое предприятие Фленсбургер Форцайгбау Гиссельшафт, занимающееся их ремонтом. «Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы увидеть, что работа по подготовке танков «Леопард-1» для Украины продвигается, и мы сможем отправить их как можно быстрее», — цитирует Поульсена пресс-служба Минобороны Дании. «Горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу большим и важным пожертвованием, и мы надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной», — добавил он. Дания начала проект по восстановлению танков «Леопард-1 А5» совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля 2023 года. Первым этапом проекта является скорейшая поставка танков для двух батальонов, что эквивалентно примерно 80 машинам, в кратчайшие сроки. Ожидается, что первые «Леопард-1» будут готовы весной и будут использоваться для обучения украинских военных. Также в рамках совместной инициативы Украина получит запасные части и комплект боеприпасов к танкам. «Наше сотрудничество по передаче такого большого количества танков «Леопард-1» согласуется с поставками танков в Украину другими странами, и наш совместный проект подчеркивает важность сотрудничества между странами и промышленностью. Это имеет решающее значение для дальнейшей поддержки Украины», — подчеркнул Поульсен. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина должна получить 80 «Леопард-1» до конца года, а первые два десятка, по его словам, должны поступить до лета. Спасибо за просмотр. Слава Украине!